Мы привыкли к тому, что Новый год наступает минимум дважды в году. Сначала появляется тот, что со снегом, украшенной елкой, Дедом Морозом и боем курантов. За ним тот, что с желтеющими листьями, первыми уроками, сочинением «Как я провел лето», новым расписанием и встречей с одноклассниками. Второй Новый год всем нам известен как День знаний. Однако не каждый знает, что есть и третий Новый год, точнее, на Новый год, который наступает 10 сентября. Новый год – это корпоративный праздник школьной лиги Роснана, в котором принимают участие все школы, причастные к миру нанотехнологий и интересующиеся работой лиги. Это мероприятие проводится ежегодно 10 сентября, а дата 10.09 выбрана благодаря сходству с размером нанометра, то есть 10⁻⁹ степени метра. На Новый год одно из главных сетевых событий школьной лиги. Им открывается учебный год и календарный план событий школ, участниц и партнеров программы «Школьная лига Роснана». Именно на Новый год дает старт ежегодным исследовательским проектам и новым конкурсам, открывает элективные курсы, напоминает о том, что наука не может быть ограничена рамками учебника, класса и предмета, изучаемого в школе. Праздник на Нового года – это день, когда любопытство превращается в любознательность, а слово «edutainment» помогает сделать школьную жизнь фантастически интересной и яркой. 10 сентября мы строим планы на весь будущий год, делимся самыми смелыми идеями, объединяемся в новые команды. По сложившейся традиции, в этот год проходят самые разные мероприятия, и необычайные уроки, и кинопоказы, и мастер-классы, и многое другое. Как и любой праздник, на Новый год всегда полон разнообразных подарков и сюрпризов, которые в очередной раз напоминают: восхитительный мир науки может быть интересен каждому. Присоединяйтесь, отпразднуем на Новый год вместе!